Игорный бизнес – это прибыльный бизнес. И есть определенный соблазн для тех, кто по долгу службы должен пресекать преступления в этой сфере. Прокуратура Тюменской области передала в суд материалы уголовного дела о попытке хищения со склада, изъятого из незаконного оборота игрового оборудования стоимостью около 2 миллионов рублей. Организатором ограбления по версии следствия выступил сотрудник полиции, который знал о хранении на складе игорного оборудования. К совершению преступления он привлек жителя Екатеринбурга и 4 тюменцев. Была предпринята попытка подкупа сторожа. Сторож сделал вид, что согласился, и позвонил в полицию. В итоге злоумышленники были задержаны. Полиция не стала покрывать своего сотрудника и передала материалы на возбуждение уголовного дела. В настоящее время он и его сообщники предстоят перед судом. За организацию и проведение азартных игр установлена уголовная и административная ответственность. Так, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, за организацию и проведение азартных игр предусмотрены крупные штрафы в размере до 500 тысяч рублей или до 1 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрено лишение свободы на срок до 3 и 6 лет. Юридическое лицо, которое занимается организацией и проведением азартных игр, может быть привлечено к административной ответственности. Штрафы составляют в размере от 700 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.